немецкая мощь, бразильская техника. Бонджорно. Ребят, я не знаю, как вы как хотите там, блин. А я вот, чтоб мне... Оп! Спокойно, видишь? Оригинальчик, видишь? Закончил я уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы если что друг другу поможем. Да, да, да. В смысле, ради мы выиграли. Не надо. Ваша жена, как располагается, пособие городского центра будет демонстрироваться. 15 минут разминка, быстро заходим, мы уже без 10. Да, да, да. Я не брал, ничего не видел. Я тебе наберу, Саша. Да. Там, короче, быстро сказал. Все живут, все играют, да? Даже им больше. Отключение повозка наша. Нас подводит. Так, ребят, значит, Слава Малафеев в летучке, на воротах начинает играть. Справа Цветков, Игонин в середине, Ешкин, все, два центральных. Жирков, Юра, слева, в середине Широков, Денисов. Над ними Зырянов, нападающий Файзулин и Аршавин. Я закрывал австрийскую часть чемпионата Европы, а Геннадий Сергеевич в Базеле комментировал матч Россия-Голландия. И когда голландцы сравняли, и казалось, что вот как всегда, и уже нам ничего не светит. И потом были вот эти вот два мяча, и просто полный восторг. Самое главное удовольствие получить. Самое главное удовольствие, да, но без волос, без жестокости, но плотно. Но выиграть. Да. Все, ребят, пошли, строимся. Ребят. Давай, 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 давай. Все, давай, давай. Пошли, ребят, пошли. По возможности. Давай. Хорошей игры. Давай, не волнуйтесь, просто. Не бросать ни одного, там жаль, ребят. Сборная российская пистолет от 50.
Дурачок, дай, дай, я вот тут и удивился. Все, что знал, да? Не, он только здесь, в автобусе, когда мы по трибуну подали, мы его забрали, он уже начал.